Американец Джон Кронин страдает от синдрома Дауна, но благодаря поддержке отца уже в 22 года он стал успешным предпринимателем и заработал миллионы долларов. Заняться бизнесом Джон решил сразу после школы. Хочу идти рука об руку со своим папой, потому что очень люблю его и хочу делать что-нибудь забавное. Семейная команда открыла интернет-магазин под названием «Сумасшедшие носки Джона». Все изделия пестрят яркими красками и веселыми картинками. Такая бизнес-идея родилась не сразу. Сначала отец и сын хотели открыть магазин развлечений, потом закусочную на колесах. Но готовить оба не умеют. И однажды пришла мысль о забавных носках. Я хочу продавать сумасшедшие носки. Почему носки? Потому что они веселые и яркие. Хочу быть творческой личностью и видеть здесь чудеса. Это позволяет мне быть самим собой. Джон всю жизнь носил чудные носки. Такое вот увлечение. Джон и Марк открыли магазин в декабре 2016-го. Молодой бизнесмен сам разработал дизайн некоторых фирменных носков. В обычное время он собирает заказы, а отец решает деловые вопросы. Наши покупатели довольны. У нас более 10 тысяч отзывов в интернете. 96% из них с 5 звездами. Мы хорошо потрудились, выполнили 115 тысяч заказов и заработали 4 миллиона долларов. Девиз семейной компании – «приносить счастье». Бизнесмены взяли на работу 35 человек, 18 из них – люди с ограниченными возможностями. Кроме того, часть прибыли с каждой пары носков идет на благотворительность. Компания пожертвовала уже более 135 тысяч долларов. Ну а Джон продолжает смотреть в будущее с оптимизмом. Синдром Дауна никогда не остановит меня.